совсем недавно ваш коллега из Германии, госпожа фон дер Ляйен, собственно говоря, тоже призвала пожестче быть с Россией. Ну да, что с Россией надо говорить с позиции силы. Ну, если говорить конкретно о Германии, то, на мой взгляд, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, я думаю, что там, ну, еще лет 200 бы вот по этому поводу не надо бы говорить, не надо бы выступать. Не буду говорить там жестче и грубее, но я думаю, что вы меня поняли. То, что касается разговора с позицией силы, ну, опять же, вернитесь в историю. Если сами не читаете, ну, спросите у дедушек, каково это разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать. Поэтому вот здесь я опять вернусь к тому, что мы открыты для общения, мы готовы для нормального сотрудничества, но никак не с позиции силы. Никак не с позиции силы. И я думаю, что, надеюсь, во всяком случае, что это время, когда с нами можно было разговаривать, как когда-то кто-то сказал там, страной какого-то второго или третьего сорта, безвозвратно прошло. Спасибо огромное, что уделили на время. Спасибо большое. Вам спасибо.